Новый дом на Профсоюзном состоит из двух секций. Одна, в которой только один подъезд, уже возведена. Строители готовятся запустить тепло и начать устанавливать стеклопакеты. Во второй секции два подъезда, и строители уже смонтировали коробку здания до четвертого этажа. Работает фирма ООО «Монолитстрой», город Белово. В принципе, сейчас уже почти вошли в график. Было отставание, потому что у нас был период, когда было отставание. Сейчас финансирование из федерального бюджета подошло, областное финансирование подошло. И на сегодняшний день вот практически люди вошли в график. Перед строителями поставлена задача в этом году полностью закончить монтаж железобетонных конструкций и приступить к внутренней отделке. В первой секции монтажники заканчивают работы по кровле. После того, как будет подведено тепло, приступят к отделочным работам. Здесь, конечно, есть по пожеланиям уже и жителей, конечно, потому что есть проблема с микропроветриванием. И поэтому здесь уже будут просто устанавливаться, чтобы просто форточки. Вообще есть 8 квартир, но прежде всего они предназначены. Это вот 95 человек у нас будут, семей будут переселяться под аварийное жилье, аварийное, которое вот, по 185 ФЗ. Еще будут у нас здесь молодожены, вот 10 семей молодожен, плюс участник войны, вот такие категории. Заселение новой 10-этажки Профсоюзным планируется в первом полугодии 2014 года.